Я прочитала такую статейку, и мне стало очень смешно. Вот о чем я хочу сказать. Значит, в этой статейке говорится о том, что какая-то нумеролог Клара Кузденбаева прочитала судьбу Татьяны Булановой, которая уже в этом году станет женой бывшего теннисиста Валерия Руднева. Певицу ждали как хорошие новости, так и не очень. Она будет счастлива в браке не больше 5 лет. А я хочу сказать вот этой Кларе Кузденбаевой, нумерологу, кто разрешил лезть в судьбу Татьяны Булановой. Она просила о том, чтобы вы залезли своими грязными туфлями, грязными тапочками, грязными ботинками, сапогами в ее судьбу. А кто разрешил лезть и предсказывать что-то? Человек сам строит свою судьбу. Я, например, тоже знаю, что это такое нумерология, изучала ее, и не только нумерологией занималась, изучала. Некоторые еще астрологические предсказания говорят. Господа, что вы все лезете в судьбу человека? Человек сам строит свою судьбу. Если ему что-то предписано в судьбе, то он это пройдет. А может быть, с достоинством изменит направление своей судьбы, и у него будут другие повороты в жизни. А кто дал вам право предсказывать? Вы заранее стараетесь поставить человека в рамки, что вот туда не ходи, потому что с крыши снег упадет на башка. Сюда не ходи, потому что здесь яма, тоже упадешь в эту яму. Сюда пойдешь, дурака найдешь. Такого, который тебе предскажет какую-нибудь хрень. Так что не слушайте никого, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет помочь развитию канала, под роликом есть расчетный счет.